Дорогие друзья, едем по набережной сейчас в Ортаджала. Скоро в Тбилиси будет 9 часов. Это означает, что до праздника остается 3 часа. Богослужение, естественно, будет во всех храмах. Но главное мероприятие будет в храме Святой Троицы, Самеба. Вот сейчас у нас вы в кадре видите. И, естественно, будут зачитывать рождественское послание патриархам всей Грузии. Вы знаете, что на днях 4 числа, именно позавчера, вся Грузия поздравляла патриарха. Весь мир, даже православный и религиозный в целом, поздравлял патриарха с 90-летием. Он всех поблагодарил за внимание, за любовь, которую он всегда чувствовал и чувствует со стороны прихожан. Патриархии была такая встреча торжественная, пришли его поздравлять, и там он как раз всех поблагодарил. Есть запись этого, которую позже распространила уже телевидение патриархии. Вот сейчас мы проезжаем опять под сухим мостом, под новогодней деревней. До 13 числа в новогодней деревне будут праздничные мероприятия. Ну а 13-го, накануне старого Нового года, новогодняя деревня завершит свою работу праздничным концертом и попрощается до будущего года. Мэрия Тбилиси всех горожан и туристов пригласила на это мероприятие. Обычно, так же как и открытие новогодней деревни, так же и последний день работы всегда очень яркий, красочный и интересный. Ну, наверное, и с 14 числа, соответственно, и новогоднюю елочку тоже начнут демонтировать, и праздничную иллюминацию. Я, например, не против того, чтобы елка стояла хоть до последнего дня февраля. Пока зима, пока холодно, елочка очень подходит дома. Но есть люди, которые 17 числа уже демонтируют, снимают, убирают. Но они объясняют это тем, что впереди крещение, и нельзя, чтобы стояла елка. Но хотя это разные абсолютно праздники, никак не пересекающиеся друг с другом. Вот здесь почему-то у нас заторчик. Сионтан. О-о-о. Богом товари воинцы Машия. Самый большой. Сейчас будем проезжать как раз мимо Сионского собора. Здесь же тоже служба. Иначе Сионский собор был главным. Собор, ну и Селецкого Вели, естественно. Ага. О, трансляция. Хедал. А когда не кинула трансляция? Как видно, отсюда будет трансляция. Видите, здесь стоят машины ПТС первого канала грузинского телевидения. Может быть, даже здесь будет. А
основное мероприятие. Хора на условие. Раду араик. Рады на карец, где трансляция к нему кидает. Ну, посмотрим, откуда будут транслировать. Откуда пойдет сигнал. А мы тем временем уже проезжаем мимо Абанатубани. Серных бань. И уже вот это дело. Ну, на них они работают, там нас пенсионерщик получает саугуне. Ну, сейчас будем проезжать мимо бальнеологического курорта. Очень хорошие процедуры и манипуляции проводятся, тоже с использованием грязи, с использованием серной воды. Сейчас там все отремонтировали, обновили, и ну, там цены тоже соответствующие, цены тоже намного выше, чем были раньше. Там в последние годы возглавлял это отец Саакашвили, Николай Саакашвили, между прочим, прекрасный врач, курортолог, и фактически он сохранил этот бальнеологический курорт даже в период 90-х годов, начало, период разрухи, он функционировал и там ничего не навредили, ничего не повредили. Но сейчас там новые владельцы, я не знаю теперь, какое он к этому имеет отношение, но он уже не директор, может быть, просто на уровне консультанта. Ну, вот мы и Вортачало уже. Вот всего лишь мы с вами за 8 минут добрались, потому что дороги были свободные, никаких не было помех. И сейчас мы вот сворачиваем с центральной, с Гургасали, и едем в сторону нового отеля под названием Biography. Наши зрители часто просили именно эту улицу показать. Но я здесь днем тоже бывал и вам показывал. Отель Иерархия Хламкучас. Галанда здесь куча. Румели Галанда здесь опан. Пиржан Галанда здесь опан. Интересно. Ну, захотите смотреть. Цхали ярик нема, цхали ярик нема. Нахрешен там смотреть, да? Да. Ромели куча его. Какабадзе куча зео. Да. Эти рвацали какабадзе куча зео. Александре, о, Поликарпе, о, Исао, Исао. О, здесь видите, такая вот иллюминация. Зелененькая сейчас. Покажу вам гостиницу. То есть не все здание занимает гостиница, часть только апартаменты, а остальная часть это жилой комплекс. Вот, смотрите, вот гостиница Biography. Ну, в принципе, мы уже приехали. Так что до встречи, дорогие друзья.